Стоит ли продолжать общение дальнейшее? Ну, попробуйте, это человек, возможно, который моложе вас. Или же человек, который, знаете, какой-то для вас таким мышлением, да, как будто бы ведет себя как молодой человек, как сказать, человек такой неопытный. И он когда смотрит на вас и восхищается, и он думает, что реально так можно было, можно так жить, что реально, а так можно было? Стоит ли продолжать общение? Тут верховный жрец выпадает. Да, стоит с ним общаться, и можете этого человека подстроить под себя, подучить под себя, да? И вы, как сказать, вызываете у него доверие. И вы сможете выстроить так отношения, что будете ему доверять. И, возможно, это приведет даже к брачному союзу, в котором человек будет вами восхищаться, а вы будете просто такой музой, да, вдохновляющей, которая научится его, да, этого молодого неопытного парня, как действовать, как быть в жизни, как научит, как жить.